По приглашению губернатора Александра Богомаза на праздник прибыла представительная делегация VIP-гостей. Среди них заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов и заместитель полпреда президента ЦФО Мурат Зязиков. Первым делом делегация побывала на территории хозяев праздника, подворье Выгонического района. Дети выступили в роли косарей, ведь сейчас в хозяйствах области в разгаре сенокос. Губернатору и московским гостям предложили отбить косы, чтобы работа в поле еще больше спорилась. Посмотрели гости многочисленные выставки агрохолдинга «Мираторг», предприятий перерабатывающей промышленности области, фермерских хозяйств, компаний по производству сельскохозяйственной техники. Первые в стране по производству картофеля, лидеры в мясопереработке, передовики в выращивании зерновых культур. Губернатор области Александр Богомаз поделился формулой успеха сельского хозяйства региона. Что нужно, чтобы быть успешным на селе? Это нужны хорошие семена и удобрения. Второе – средства защиты растений. Ну а третье, без чего просто не растет ни одно растение, это тень руководителя поле. Вот когда тень это есть, тогда растение растет. Когда его нету, тогда не растет. А эта тень – это наука и технологии. День Брянского поля – это день российского поля. Когда мы видим сегодня здесь наших сельхозпроизводителей, когда мы видим сегодня тех, кто готовит технику, тех, кто вкладывается в наше сельское хозяйство, мы можем сказать смело, что Россия себя прокормит. И накормит еще многих других. Самое большое богатство Брянщины – это очень добрый, очень отзывчивый, трудолюбивый и такой жертвенный народ, который сегодня делает все, чтобы в стране было комфортно. И очень важно, как сказал наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин, говорить о сбережении, о чутком, бережном отношении к людям. Сегодня мы это чувствуем со стороны власти региональной. Это размах, это большой народный праздник, но это и серьезный сельскохозяйственный форум. И Брянская область, Брянщина демонстрирует, что ей есть что показать. Вот свой товар лицом. Этот регион действительно заслуживает еще большего и лучшего внимания. Этот регион заслуживает большего количества инвестиций. Я лично сам готов сюда вкладываться. Я вижу здесь огромный потенциал. И, безусловно, сегодня вся моя деятельность будет направлена на то, чтобы принести пользу этой благодатной земле. На празднике вручили награды за достижения в сельском хозяйстве. Звания почетный работник агропромышленного комплекса удостоен Дмитрий Добронравов. Всего за 6 лет он вывел Навлинский район с его неплодородными землями в передовики по производству зерновых и картофеля. Когда мы выходим на внешний рынок, мы уже давно не рассуждаем ценой килограмма. Для нас значительно важнее выручка с гектара. Мы давно уже не рассуждаем килограммами продаж. Для нас интересует доля рынка. День поля – это вершина айсберга, популяризация нашей деятельности. Также награды получили успешные сельхозпроизводители Василий Клюенков, Михаил Довголев и Александр Ахламов. 8 лет назад мало кто верил, что на Брянщине можно выращивать более 1 000 000 тонн зерновых. К этому уже тогда призывал земледельцев Александр Богомаз. Глава Брянского региона постоянно делает акцент на технологии выращивания культур. От селекции, подкормки и защиты зависит будущий урожай. Увидеть воочию и научиться лучшим технологиям в растениеводстве на празднике День поля можно было на специально отведенных опытных участках. В этом году погода до сегодняшнего дня, она хорошая для производства зерновых. И мы планируем в этом году получить зерновых в пределах там, 2 миллионов тонн. То есть я думаю, что процентов на 20 мы увеличим на 30 производство зерновых. Но есть одно но. Какая будет погода, когда будет уборка? И вот чтобы этого но нам исключить, поэтому должны быть сушильные комплексы. И мы 2 года назад приняли программу, где субсидируем строительство сушилок и российского производства, куда входит и наша брянская ОКБ, теплогенератор, который производит сушилку. Она ничем не хуже, она лучше по производительности в 2 раза, чем импортная, и дешевле в 3 раза, чем импортная сушилка. Вот там 25% мы субсидируем, и мы уверены в том, что в этом году, даже если будет неблагоприятная дождливая погода, то мы урожай соберем, и мы его положим в закрома.
Если несколько лет назад брянцы равнялись на белорусов, пытаясь догнать их по качеству и урожайности сельхозкультур, сегодня они удивляются нашим успехам. Нам не стыдно сказать, что мы сегодня готовы покупать у Брянской области, значит, продукцию сельхозпроизводства. Это сегодня и пивоварный ячмень, значит, и тот же рапс, и целый ряд других, и тот же картофель. По традиции на празднике провели обряд сжатия первого снопа. Главный символ урожая подарили почетному гостю из Государственной Думы Сергею Неверову. Первый сноп с Брянского поля. Александра Седачева, Евгений Седачев. События. Выгонщицкий район.